Привет, моделисты и моделистки. Топ камера. Бэм. AK Crazy Russian, город Цинциннати, штат Огайо. У нас небольшой снег шел, это был прикол. Так, новая партия свежачок от Walters. И давненько я их не распаковывал. Вот сейчас мы этим и займемся. Milwaukee, как там правильно? Milwaukee Road. 102C. Другой есть, это FP7. Другая модель, вернее, коробочка для наших покупателей. Два, но они запечатаны уже все вместе. Но есть A-unit и B-unit, без, разумеется, просто моторный отсек. Ну что ж, я надеюсь, будет интересно. Почему я делаю с нуля? Потому что мне самому это... Вот всякие неожиданности. Так, ребят, кто первый раз, смотрите, как открывается коробочка. Только что закрыл. Хороший момент. Чтобы, так сказать, незаметно открыть. Это небольшая практика нужна. Ну, мне наши покупатели, разумеется, разрешают это делать, но... Здесь уже четко видно, вы уже, наверное, несколько раз это слышали. Когда палец сюда заходит и подгибается, тогда видно, что открыто. Особенно на eBay там люди. Наши-то ребята нормально. Но я уж привык так делать. Смотрите, покрашены изнутри теперь. По-моему, это что-то новое. Пенопласт. До сих пор Walters делает, не отказались. Так, самое главное, аккуратненько. Сейчас бумаги все отсюда. Ну, как всегда, о, много бумаг. Гарантии. Еще всякое. Но Lock Sound, потому что со звучком мы его покатаем под конец. Да, обязательно. Но нету. Или есть? Инструкция. Есть. Есть диаграмма. Это хорошо. С диаграммками иногда помогает, когда нужно разбирать. Может быть, немножко жаркая камера. Чуть-чуть я уберу этот brightness. Чуть-чуть момент. Может, вот так чуть-чуть. Так, хорошо, да. Отлично. Все. Сейчас-то теперь. О, красавец. Упаковочка, конечно, достойная. Так, сейчас я вам покажу. Они не делают никаких фотографий за наши же деньги. Но то, что упаковочка классная, это супер. Залог успеха. Ну и в продаже, да, потом, после, если вдруг... Коробка – это одна из главных вещей. По идее, должны сзади дать две такие, два отверстия, чтобы чуть-чуть их поджать. Ух, хорошо упаковано. Опа. Ребята, вы видите мои руки, я прошу прощения, но... Мне нравится вот такой анбоксинг. Я сам смотрю с удовольствием. Просто знать, на что ты рассчитываешь. Может быть, даже не будешь покупать какую-то модель, но тем не менее. Ну, свет тоже отражается. Сейчас мы это все быстро берем. Так, открываем. Отлично, отлично. Это просто супер. Эти новые упаковки последнее время делать. По-моему, началось все с Марклина. Поправьте меня. Но первые такие упаковки... Я видел на Марклине. На Марклине и на Триксе, наверное, да? Ну что, открываем. Никаких дополнительных деталей я не вижу. Ну тут особенно и нечего. А, ребята, отлично оставили комментарий. Ну, нужно что-то самому делать по вопросу этой... Вот это coil car, где у вас рулоны с металлом лежат. Можете сказать, ты уже достал этой... этим вагоном. Но
Действительно, ребят, я еще покрутил, повертел. Сейчас я уже закончу с этим делом. Так, что-то приклеилось, но будем очень аккуратно. Сейчас снимем его. Я, в общем, покрутил, повертел этот вагон. Не сам вагон, конечно, эти... О, все нормально. Просто чуть подкусило здесь. Рулоны эти, да? И я бы с удовольствием денежки заплатил, только чтобы они сделали, потому что я называю их декалями, но это не очень декали, это приклеивающиеся. То их нужно пульвером там обязательно запылить матовым каким-то, или, может быть, даже блестящим, потому что это вроде какой-то пластик. Вот. Кто, ребята, думает, о чем я говорю о двух видео, я сделал о coal car, рулоны металла перевозятся в вагоне с такой крышкой. Ух, классная, этот чума. Деталировка, конечно. Ну вот, смотрите, современный Волтерс какой, крутейший. Просто он хрустит весь, тяжелый, ух. Хорошо. Здесь отличные детальки. Ну вот, сделаем такой, может, принтскрин. Вот. Так, что у нас здесь? Диафрагмочка рабочая. Ну, Волтерс знаменит на это дело. Эти каплеры волтерсовские. То есть они чуть больше, потому что патент больше не, ну, в свободном полете. Они не супер. Они металл, но они, вот эти головки, сцепок сами гораздо больше по сравнению с KD. Но они хорошо держат. То есть вы можете впереди сделать обновление, поставить там либо стандартный, либо scale, да, чуть меньше размера. А эти все уже рабочие, там смотреть там нечего особенно. Главное, что он тянул, не расцеплял там. В этом случае будет где-то 10-12 вагонов пассажирских для этот Milwaukee. Очень популярная вещь, насколько я понимаю. Пассажирский тоже делает. Вот. Ну что, здесь стандартный Walters. На винтах что-то здесь очень интересный момент. Все, да, свои coupler boxes, у них все свое. Куда двигаем? Сюда? Задок, да, смотрите. Четко. Шланги. Все очень достойно. Ну вот. Это fuel gauge. Супер. Так, ну что, у меня есть другая камера. Сейчас я заставочку сделаю. И мы пойдем на тестовый трек. Так, 1 секунд. Интересно, как они сделали сетап. Как он начинает работать. О, уже свет горит. Ну вот как есть из коробки, ребят. Вот это прелесть. Самому интересно всегда. Так, сайт. Ну-ка, вот он. О, красавец, красавец. Чуть лампочку уберем, свет. Так. Так. То есть... Он на адресе 3. Адрес 3 у меня уже был со светом. Окей. Значит, сейчас я его двину вперед немного. О, задержка прекрасная. Ну так, повеселее, да? Ну что, вперед. Инструкцию не читал, сразу говорю. Как есть. То есть, lock sound для Америки, функция 8. Не так громко, как я ожидал. Сейчас попробую запрограммировать на основном пути. Means program on main. POM. Кстати, будет кому интересно. Вот вам. Значит, F7 с ленсом. CV.
CV63 обычно дефолт, да, стоит на, наверное, у ASU в последнее время, ну, меньше, чем положено. Максимум 192. Сейчас мы поставим 192. Видите, прибавил сразу. Да, вот это максимум. Не 255. Может быть, кстати, я ошибаюсь, но они, по-моему, поменяли. Сейчас попробуем еще разок. Так, F7CV63. Поставим 220. Поменяется? Нет, 192, да, это максимум. CV63, ну, поставим соточку, чтобы сильно не... Ну, давайте 160. Вот так, хорошо, отлично. Так, 0, свет. Колокольчик на единице, разумеется. Теперь... О, это хорошо. Кстати, звук прекрасный сейчас. Обычно какофония всегда. Если у вас там 3, 4, 5 локомотивов, поверьте, вы, ребят, захотите отключить этот звук со временем. А когда вот так вот он в таком фоновом, негромком режиме, это каплеры так, то это прекрасно. 4... Пока ничего на 4. 5. Ага, Mars Lights. Окей. Это механические Mars Lights. Сделаны электронно. В общем, сами отражатели внутри вращаются тогда, создают, чтобы как можно больше захватывал обзор. Так, отлично. Значит, на пятерочке. Супер. Ооо, Number Boards. Это еще круче. Сейчас чуть свет вот так сделаем. Ух ты! Супер! То есть это у нас что, 6? Ага. И еще наверху есть marker lights. Вот смотрите, да, небольшие. По-моему, они вместе с number boards. Так, 7. Что будет на 7? По-моему, там какая-то другая функция на 7. 9. Я обычно больше 15 сам не устанавливаю, потому что это слишком сложно. Между регистрами. Так. На 10. Либо он делает нет, это все-таки на 10. Так, 11. Ничего. Но обычно в таких дизельках много не бывает. Это 13. 14. Интересный такой. 15, 16, 17, 18. Стравливает воздух. 19, 20. Пардон. Да. 20, 21. Еще какой-то звучок. Не очень. Но это только кто спецы такие. Я просто быстро прокручиваю. 28. Ну, ничего такого особенного нет. Так, ну что, вперед. Меняется направление. Не всегда это Rule 17. Не всегда, по-разному бывает. Если я сейчас чуть-чуть вперед двину. По идее... Эти Mars Lights, они должны быть более интенсивные. Теперь назад. Ах, настроен он, конечно. Смотрите, на первой скорости он движется. На первом notch. Ну, ESU надо, конечно же, огромную благодарность. Ах, как душевно. У меня кнопка
включается, выключается. Она не как тумблер, не momentarily, да, вот так вот отпустила моментально. Фух. Ну, звучок этого horn не очень, конечно, такой супер. Там, по-моему, 3 рожка или что-то в этом духе. Ну, старые модели, они не привлекали, как современные, чтобы душу вам, так сказать, вынуть. Останавливается. Супер. Сейчас побыстрее. Вот это вот acceleration, да, deceleration сделано просто чума. Я сейчас иду на 64, почти наполовину. И он даже... Аккуратнее надо с такими скоростями. Переборщил я, да, немножко, все нормально. Ну, слышали там, как все тормоза залязгали. Все четко. Ну, классная модель Walters. Супер. Все четко. Теперь четко выключим, да, четко выключим звучок. Ну, мотор заглушается. Супер. Обязательно нужно остановить иногда, если просто нажать 8, когда он даже двигается совсем, останавливается, какая-то минимальная скорость, он просто выключит звук. Здесь будет полностью такой shutdown, выключение дизелька. Ох, круто, отличная модель. Еще раз повторюсь, Walters просто супер. Надо нашему representative какое-то хорошее письмо написать. Так, ребята, отлично, спасибо за поддержку. Есть патреончик, и на основном канале есть мембершип, да? Очень мы рассчитываем на поддержку и благодарны вам. Всего хорошего и наилучшего. Давай.